что? Ты видишь? Я не вижу. Блин, не отсвечивает все. Миша, тяни. Мне же надо посмотреть. Ой, правда голубая какая-то рыбина. Слушай, красота какая. Ой-ё. Какая красивая. А может это пакет такой красивый? Три узла. Или буёк такой красивый. На нейтрале. Какая она здоровая, тихо всем. Блин, слушай, она прям светится. Может, ты подлодку поймала, а? Глянь, как светится. Не, это рыбина. Там с одной стороны что-то темное, а с другой светлое. Потому что я вижу очертания плавника или акула какая-то. Вон ее видно. Так, все, Миша, теперь мучи ее. Я его боюсь. Как его гарпунить-то? А я видео не могу бросить. Я записала. Блин, офигеть. Я аж остановиться не могу. У меня 3 минуты уже. Она как не настоящая, прям классно живой прям. Она точно живая? Сопротивляется, понимаю, не приножа. Да хрен знает. Может, она растопырила плавники свои и все. Не нырни туда, пока. Гарпун? Нет? Да, готов. Хорошо, хорошо. Саш, медленнее ход, меньше ход. Не страшно, он его уговаривает. Миша, не нырни.
нельзя на автопилот, нет? Мишка! Включенный свет объяснил мне все сразу. Глаза отказались верить. Скотина, иди сюда. Миш, она тебя съест сейчас. Ноги не опускай. Ну, 16 килограмм. А, ну, 15-16 килограмм, да? Да. Рвется, да? Да, рвется. Рвется, Миша, опускай. Это нужно. Погор надо убирать. Вот это. А вот это.